Всех приветствую на канале Helping Animals. Владелица собак держала их на цепи и совсем не кормила. Юлия увидела в одной из социальных сетей рассказ мужчины о том, что его соседка держит на цепи двух собак и часто забывает их кормить. Девушка выяснила адрес, где происходит эта вопиющая ситуация, и отправилась туда. Женщина спокойно открыла калитку дома и впустила гостью. Юлия сразу же перешла к делу и спросила о собаках. Ответ владелицы псов шокировал ее. «Нормально с ними все. Они всегда такие тощие», — коротко ответила женщина. После этих слов они прошли на задний двор и увидели то, что Юлия никогда не забудет. Один из песиков умер несколько дней назад, а жизнь второй собаки висела на волоске. Нику, так звали выжившую собаку, спасло только то, что возле ее будки была яма, в которой скапливалась дождевая вода. Именно она спасла ей жизнь. Юлия решила забрать собаку, а хозяйка сильно не сопротивлялась. Юлия сняла тяжеленную цепь и ошейник с Ники. Скелет, обтянутый кожей, это все, что осталось от второй собаки. Уже месяц Ника живет у Юлии. Девушка с доброй душой заботится о собаке и делает все необходимое для восстановления ее здоровья. Сейчас состояние животного улучшается. Остается только надеяться, что Ника больше не столкнется с жестокостью. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.